Ребята, всем салют! Со мной сегодня Андерс. Он, короче, он это финн. Он говорит только на финском, по-русски не понимает нифига. Ребята, сорян, что не было так долго видно нас на дзюдо. У меня была серьезная травма. У меня были порваны сухожилия в руке. И была смещена кость. Поэтому, блин, из-за этого, собственно говоря, и не снимали дзюдо. Но сегодня мы поснимаем, ребята, бросок прогибом. Урайнаге. Такой, ну посмотрим два разных варианта. Короче, давайте приступим. Погнали. Это руки. Нужно хорошо соперника натянуть себе. Обнять как любимую женщину. Как говорит наш соперник, нужно, естественно, к себе просто прижать руками. Очень-очень плотно прижать к себе. И здесь будут два варианта, то есть, как я и делал. То есть, можно сказать, такой быстрый вариант, когда мы его кидаем, просто колено подбиваем. Ну, не так сильно, то есть, я коленом своим не поднимаю его в быстром варианте. А если вы хотите прям с эффектом, как сказать, через второй этаж, то, естественно, нужно колено поднимать. Но иногда бывает, что соперник налетает на вас так, что эта нога остается как бы впереди его соперника, что вам легко ее поднять. То, естественно, тогда проще так уже кидать, чтобы подсадить его себе на колено и сделать этот прогиб. Но самое главное здесь, это, естественно, плотно взять руками соперника к себе, вот прижали вы его к себе, коленом под бедро. Поднимаем на колено, прижали, поднимаем, и отсюда идет уже сам бросок. Итак, еще раз, самое главное в этом броске, ребята, натянуть руками соперника, прижать его к себе плотно, посадить его на свое колено, на свое сюда, не на колено, а как на бедро на свое. То есть мы прижали соперника, колено подняли и делаем прогиб. То есть еще раз. Он раскидает мне руку. На спину берет, например, захват со спины. То есть я стою в готовой ситуации. Я встречаю его. Бам. Левой ногой отхожу сюда. Правой ногой встречаю, то есть делаю уже этот подбив. Руками плотно приживаем соперника. И отсюда идет. Это как один из вариантов. То есть это был вариант, который мы делаем подбив с ногой. А также это можно делать без этого подбива. То есть это получается быстрый вариант, скажем так. Вам. То есть я просто ухожу ниже. Я его к себе прижимаю, подсаживаю, все так же, все плотно. И отсюда просто скручиваю. Просто скручиваю руками соперника в противоположную сторону. Все. Вот такая вот фишка, ребята, на этот раз. Еще раз, ребята, извините за то, что не было так долго. Сами понимаете, травмы бывают. С этим, к сожалению, ничего не поделать. Это спорт. Ребята, не забывайте комментировать. С вас лайки. Репостите. Будем общаться. Всем здоровья. Крепкого всем здоровья. В общем, ребята, берегите себя и своих близких. Всем пока.